Сегодня День независимости Азербайджана. Сегодня в Америке День Аляски. Конечно, именно потому, что сегодня, в 1867 году, Аляска перестала быть частью Российской империи и стала частью Соединенных Штатов. Сегодня, в 1812 году, русские войска предприняли очередную попытку освободить занятый французами город Полск. Была кровопролитнейшая битва. Французы потеряли в этой битве 6 тысяч человек убитыми, 2 тысячи были взяты в плен. Русские потеряли 8 тысяч убитыми, но Полоцк был освобожден. Сегодня, в 1911 году, в нашем городе открылось реальное училище, которое просуществовало до 18 года. А в 1905 году, сегодня, на главной улице нашего города, тогда это была улица Смоленская, состоялся митинг. Несколькотысячная толпа требовала прочтения царского манифеста 17 октября. Для разгона этой толпы была вызвана полиция, были вызваны казачьи войска, были применены нагайки. Итог – 7 человек убиты, 4 ранены. И сегодня же, в этот же самый день, в 1905 году, у нас в городе состоялась манифестация протеста, демонстрация протеста, которая состояла из 20 тысяч человек. Те же самые события, что волновали всю империю, волновали и наш с вами город. Сегодня 2017 год, 18 октября, 19:00, вечерний Витебск. Начинаем. Добрый вечер. Здравствуйте, привет, Наташа. Привет, Иван. Во-первых, рад видеть тебя. Во-вторых, мне кажется, что сегодня мы будем говорить почему-то об очень многих, наверное, из тех событий, которые ты перечислила, ну, точнее, о том источнике информации, откуда ты, возможно, это почерпнул. Безусловно, да. Можно сразу сказать, что наша областная газета «Витебские вести» в эти дни празднует столетний юбилей. Ну, понятное дело, что «Витебские вести» как газета не так давно образовалась. Она совсем молодая. Да, в 2013 году, но она является правопреемницей двух газет «Витебские рабочие» и «Народное слово». И а вот уже они, газеты с большой историей. Да, «Витебский рабочий» как раз в ноябре 2017 года и вышел впервые. Ну, я предлагаю узнать то, о чем писали в интернете. Да, нынешние новости. Нынешние новости. Теперешние. Современные. Да. Буквально вот-вот случились. Ну, вот-вот, только свежие. В Витебске открыли первую за 100 лет синагогу, как сообщает «Витвести Бай». Открытие храма пришлось на окончание осенних праздников и стало одним из знаковых событий начала Нового года по еврейскому календарю. Синагогу построили за 2 года, в здание встроены камни, привезенные из Иерусалима, и внешне это здание напоминает шатер, его венчает стеклянный купол. Внутри, помимо молитвенного зала, расположен еще и большой учебный класс. Также планируется там сделать музей еврейской жизни Витебска. Я сейчас подумал, что за 100 лет не было синагоги, и 100 лет газеты «Витебский рабочий». Если полистать... Возможно, думаешь, там об этом будет информация. Но я думаю, что касается нашей современной жизни, скорее всего, мы об этом еще поговорим. В Витебской области выбрали лучшего водителя скорой медицинской помощи. Состязания включали 3 этапа: проверку знаний ПДД, оказание первой помощи пострадавшему при ДТП и вождение машины скорой помощи. Как сообщает портал «Витвести Бай», первое место досталось Сергею Чучвареву, Центральный гараж управления здравоохранения. Вторым стал Владимир Бычков из Новолукомльской больницы. Бронза у Евгения Федоренко из Витебской городской станции скорой медицинской помощи. Ну, теперь, продолжая тему автомобильную, поговорим о гонщиках. 60 человек, участников, поборются за Кубок Беларуси по автокроссу. Как сообщает «Витвести Бай», соревнования пройдут 21 и 22 октября в Тулово. В розыгрыше Кубка примут участие участники из Минска, Бреста, Гродно, Витебска и Орши. Также ожидается приезд спортсменов из России. Ну и раз уж мы сегодня, я цитирую несколько раз «Витвести Бай», ну тогда расскажу еще и о конкурсе, конкурс «Флешмоб», конкурс видеороликов, который получил название «Хобби-мания». Значит, что нужно сделать? Снять видео о своем увлечении, рассказать о достижениях, чем интересно ваше хобби, может быть, даже провести какой-то мастер-класс, и потом выложить этот ролик на YouTube, отправить ссылку в редакцию. Вот давай, Наташа, пофантазируем. Например, если бы ты снимала ролик, что бы на нем было? Ролик про тебя? Нет, про свое хобби. Я свои боюсь вообще открыто объявлять.
Ну, нет, я не боюсь открыто объявлять. Ну, если бы уже пришлось, то, наверное, я бы все-таки остановилась на каком-нибудь, на приготовлении какого-нибудь блюда. Я просто знаю, что ты очень любишь читать. Я подумал, что это может быть, мог быть 5-минутный ролик про то, как ты занимаешься своим любимым делом. Это было бы проще. Диван, книжка и вот 5 минут... съемок обеспеченный, может, даже дольше. Ну, вряд ли, конечно, это принесло бы тебе победу, но, по крайней мере, ты была бы... Вряд ли бы это кого-то заинтересовало. Ну, ты была бы в этом смысле уникальна. Ну, в общем, вот о чем писал портал Vitvesti.by, и неспроста, в общем-то, мы так начинаем нашу программу, потому что все наши гости сегодня будут работники этой самой газеты и этого новостного портала, который тоже имеет отношение к газете. Не все наши гости будут сегодняшними работниками этой газеты, но об этом я предлагаю узнать прямо сейчас за столом. Я очень рада представить наших сегодняшних гостей. Светлана Владимировна Дединкина, главный специалист Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облсполкома, журналист с огромным стажем, более чем 30-летним, и Валентина Ивановна Моисеева, заместитель главного редактора газеты «Витебские вести». Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Хочу поздравить, конечно, вас с столетием нашей областной газеты и наверное, у многих уже возник вопрос из тех, кто нас смотрит, у наших зрителей. Мы говорим «Витебские вести», у нас здесь и «Витебский рабочий», и о народном слове мы еще поговорим. Может быть, мы все-таки внесем какую-то ясность и как-то это все дело оформим. Расскажите, наверное, Светлана Владимировна, к вам вопрос. Откуда все началось и почему же «Витебским вестям» 100 лет? Как же это может быть? Но на самом деле «Витебская областная газета» – это одно из самых старейших изданий, печатных изданий в стране. Хотя вот в этом году, в 17-м, 100-летний юбилей уже отмечала «Гомельская правда». Вот, и наши газеты Витебской области – «Полоцкий вестник» и «Оршанская газета». Как раз так совпало. И вот сейчас как бы эстафету уже взяла наша областная газета «Витебские вести», потому что она является правопреемницей газеты «Витебские рабочие», газеты с большой историей. Вообще, как бы получается так, что газета появилась после выхода декрета о печати в 17 году. «Витебские рабочие». Да, но называлась она не «Витебские рабочие», а называлась «Вестки военно-революционного комитета города Витебска». А вот давайте мы сейчас посмотрим, у нас есть фотографии вот номеров именно 17-го года, 1917 года. Давайте посмотрим, а вы рассказываете. Вот потом газета была переименована и называлась «Заря Запада». Это до 29-го года «Заря Запада». А с 29-го по 38-й логотип газеты был «Витебский пролетарий». То есть получается, что как бы логотипы менялись, но на самом деле, как бы редакция оставалась, она традиции же, да. Переходили. И вот мы видим прямо сейчас еще. Я прошу прощения, что я перебиваю, но просто интересно, мы видим еще же в 17-м году даже не было реформы языка, еще яти, да. ерь, там все это есть. И статьи, которые, в общем-то, как я понимаю, касаются именно вот этих всех глобальных перемен, которые, ну, во всем мире происходили. Безусловно. Все менялось. Все менялось, да. И наш маленький город тоже имел свой голос. Не менялась только суть журналистики и суть вот любого издания – это передача информации. Передача информации, которая будет полезна людям, в которой люди нуждаются. И, ну, как бы вот в этом заключается суть издания. Ну, особенно, да, в то время, когда, в общем-то, только газета. Только газета могла быть средством массовой информации. Ни телевидения, ничего другого, да, не было. Вот газета, и она могла рассказать о том, что творится и в мире, и в городе, и рядом, и подальше. Да, далеко. Она была и проводником идеологии нового государства 17-го года. От этого никуда не уйдешь. Конечно. Газета служит и власти тоже, не только народу.
Ну, одна из таких знаменательных страниц в истории областной газеты – это, конечно, ее выход в годы Великой Отечественной войны, выход в подполье. Газета начала выходить с июня 1942 года, когда Витебщина находилась под оккупацией, и выходила она, можно сказать, лесная редакция была, то есть в Сурожской партизанской зоне было подготовлено 78 номеров. И общий тираж составил за вот два года до 44-го почти более 2 миллионов экземпляров. То есть это титанический труд, это, по сути дела, героизм, конечно, который да. проявляли журналисты в годы Великой Отечественной войны. Кстати, вот интересный факт. Недавно в Могилевской области, по-моему, в Кличеве открыли памятник журналистам, которые издавали газету во время... Это первый такой памятник в годы Великой Отечественной, первый такой памятник на территории Беларуси. А вы знаете, к слову, вспомнила, может быть, кто-то смотрел недавно программу «Что, где, когда», и там был вопрос, на который знатоки не смогли ответить. Показывали такую непонятную жилетку, которая вся состояла из карманов разного размера, и спросили, что это такое. Оказывается, это именно в партизанских отрядах такие жилетки носили в тех партизанских отрядах, где издавали газеты, и эти карманы разных размеров для букв, количество букв, чтобы печатать, оно же разное, то есть буквы А должно быть много, например, она чаще употребляется, там буква, там мягкий знак, например, да, она меньше, и вот в эти карманы складывали вот эти вот буковки, которые носили на себе. К слову, просто. Ну, интересно, оказывается, значит, и к нашему витебскому рабочему это тоже могло иметь отношение. Постоянного места печати не было. Была передвижная эта лошадь, была должность конюх, были печатники, которые все время перемещались с одного места в другое. Это было очень опасно. Конечно, вот, и это шло. Но что интересно, как бы газета, когда доходила до читателя, до простых людей или до людей, партизан, которые воевали, они, это было как что-то святое. Они к этому относились, как бы вообще газета поднимала дух. И я вот перечитывала, у нас газета «Витебские вести» с весны ведет такую рубрику «Достоходья областной газеты». И вот когда готовит эти материалы, готовили многие журналисты, среди них и Сергей Ковалевский. И вот он нашел именно такие свидетельства, что как газета подымала дух людей. И они писали, в принципе, что... Что газета подымает дух, особенно в то время, как единственный вот такой вот рупор, это безусловно, и все мы это понимаем, обязательно, конечно, потому что и листовки ожидали, и вообще, радио, да, у нас тоже же было, нельзя же было на оккупированной территории. Ну, одним словом, что главное, что люди чувствовали, что они не одни. Что с ними есть их соратники, им помогают. И такая газета, в общем-то, зачитывалась до дыр. Конечно. Вот это такое, в принципе, знакомое отношение до интернетовского времени, когда иногда было так, что газету зачитывали до дыр, потому что там было что-то просто... Важно, интересно, когда передавали номера друг другу. У нас вот есть номер 49-го года. Война закончилась, и вот мы видим вот в этом номере, что газета, наш витебский рабочий, многие помнят даже вот этот вот логотип, вот это вот шрифт, вот которым написано «Витебский рабочий», он, может быть, менялся, да, там в 49-м, допустим, как я могу помнить, в 80-х уже он был чуть-чуть разный, но все равно похожий. И мы видим, что там вон и Сталину ответ там какого-то немецкого правительства, по-моему. То есть газета говорит не только, как вот сегодня мы привыкли, и областное телевидение, и областная газета, они, в общем-то, мы с вами ориентированы на то, что у нас происходит, потому что очень много источников информации. Мы можем узнать о том, что происходит в мире, интернет, там другие программы, другие газеты, все понятно. А вот тогда говорили обо всем, да? То есть газета областная была. Был огромный Советский Союз, и информация в областной газете печаталась не столько о действиях Витебской области, что происходило у нас, а что происходило в Советском Союзе. Это Литва, это Латвия, это Украина, это Германия. То есть очень много информации было союзного значения. Областной информации давалось меньшее место.
А вот скажите, при всем при этом, информация, газета, которая выходила с информацией о всем Советском Союзе, она продавалась только в Витебске, только в Витебской области, и, например, ее нельзя было купить где-то еще? Реализация, да, только по региональному принципу. Вы знаете, ее привозили неоднократно на выставки, на ВДНХ, везде она участвовала. Она была, и благодаря нашей активной такой работе областной газете «Витебский рабочий», благодаря огромной работе журналистов всех времен, мы получили трудовой орден Красного Знамени. Да, вот я хотела вернуться к этой теме, потому что как раз к 50-летию областной газеты был вручен орден Трудового Красного Знамени. Ну, именно за вклад издания, ну, можно так сказать, в строительство народного хозяйства, строительство, культурное строительство, вот за тот вклад, который сделало издание. Это именной, номерной. Озеро получился очень немногим изданием. Мы его получили. Это и огромный вот сегодня труд. Витебские вести с этого года, они к своему логотипу, по сути дела, прибавили вот этот орден, как так как они продолжатели и правопреемники, продолжатели традиций. То есть нельзя, чтобы разрушалась связь времен и поколений. Поэтому вот это очень важно, что орден, вот он сегодня на логотипе, появится, хотя уже изменившегося логотипе, «Витебские вести». Да. Вот я хочу сказать о том, что «Витебские вести» как бы с таким именно названием появились в 2013 году, когда было слияние двух газет областных, газеты «Витебский рабочий» и газеты «Народное слово». С 1 июля 2013 года. 2013 год был годом изменений. Ну и годом рождения «Витебских вестей» из двух. А скажите, а название не пытались сохранить? Но все-таки во всем мире, ну, есть такая практика, когда неважно, какое название, может быть, оно не очень актуально для этой эпохи, но поскольку оно историческое, его сохраняют, и под этим брендом уже выходят там какие-то газеты. Да, это один из таких довольно-таки болезненных вопросов, потому что он очень долго обсуждался, этот вопрос, и решался не одним человеком, а коллегиально, в принципе. Ну, хотели как бы не обидеть и журналистов «Народного слова», да, которые влились в эту газету, это одно. И второе, хотели как бы приблизиться к сегодняшнему дню. Ну, «Витебский рабочий» — это тогда, когда Витебск действительно был городом гигантским, индустрии. Сегодня, к сожалению, реалии меняются, и поэтому как бы решили, вот нашли такую золотую середину. Компромисс какой-то. Да. Да, и я еще хочу, кстати, рассказать интересный факт. Как раз в те годы, ну, у нас ежегодная выставка средств массовой информации в Беларуси проходит ко дню печати в мае в Минске. И мы представляем СМИ области, как раз я была на этой выставке, и ко мне подошли преподаватели Института журналистики Белгосуниверситета. А вот, да, вот у вас появляется новая газета областная «Витебские вести». Обязательно она должна быть правопреемницей «Витебских вестей», чтобы сохранить историю. Они так, в общем-то, убедили меня, вот, ну, как представителя управления. И я с этими же мыслями как бы обратилась и в редакцию. И в редакции меня тоже поддержали, что да, мы за, мы хотим, чтобы, да, чтобы история... ничего же не появляется на пустом месте. Да, все, история... поэтому вот... Я помню вот эти времена, ну вот 80-е годы, когда газета «Витебский рабочий», она выписывалась, и она приходила действительно в каждый дом. Она не одна, или газеты центральные, там, не знаю, «Известия», «Правда», какие-то там еще газеты, кто-то что-то выписывал, но «Витебский рабочий» тоже выписывали обязательно, или листали, или читали. Вот я его помню даже вот внешне, конечно, как это выглядело. Но мне как раз посчастливилось начинать да, в те 80-е там. Годы, и действительно вот тогда... Ну, наверное, ну, не было тех людей, которые, в общем-то, с пиететом относились к печатному изданию. Да вообще газеты читались, да. Читали. Вот. И тираж был очень высокий. Да. Очень большой тираж. Он доходил до 80 тысяч. 60 тысяч это было легко. Да. Это было легко. Но мы вспомним, у нас не было телевидения со 100 с чем-то каналами. У нас было радио «Точка».
Интернета не было. Интернета не было. Конечно. И когда люди, опять огромный Советский Союз, где жили родственники, друзья, знакомые, и все это печаталось, проходилось, встречались. На страницах газет встречались судьбы и люди. Это было важно. И газета тогда, да, ну, в принципе, она и сейчас является очень активным помощником людей. Вот я тогда работала в отделе писем, но ежедневно где-то в отдел писем приходило около 30 писем. И очень многие письма говорят, помогите, да, то есть вот где-то какие-то, пускай бытовые, мелкие вопросы, но мелких для людей в жизни ведь не бывает. И если пишут в газету, это волнует. И это, понимаете, журналисты, которые могут помочь человеку, это очень вдохновляло. И тогда мы держались вот именно, ну, профессию свою очень ценили, именно за то, что мы можем помочь людям. Ну, это, безусловно, самое главное для журналиста. Скажите, я вот хотела спросить, даже до программы думала, что я обязательно задам этот вопрос. Мы все знаем про то, что в газеты принято писать. Ну, и в передаче принято было писать. Скажите, а сегодня пишут в газеты люди? Сегодня в газеты пишут. Пишут. И причем не только про ЖКХ? Не только про ЖКХ. Много и радостных событий, много печальных событий. Но мы стараемся держать со всеми связь. Одно из обращений было в нашу газету. Это есть маленькая деревушка Росица Верхнеудинского района. Люди, которые жили во время Великой Отечественной войны, там практически, ну, почти 100% были сожжены немцами. Уцелело очень много народу. И сейчас потомки жителей Росицы жили в Латвии. И не знали, где находится эта Росица, что это. Обратились в нашу редакцию, нашли выжившего человека, одной из женщин. Второй, к сожалению, были все погибшие. Поэтому судьбы пересекаются сейчас, и письма везут в дорогу. Письма идут в такую дорогу, нас ведут. И горячие линии, которые поступают в наш телефон. Командировка по требованию называется. Просят, помогите, придите. Сделайте. У нас такие интересные судьбы. Мы всегда в дороге. Это вот, это, наверное, самое интересное, да. Вот эта интерактивная связь, да. Вот когда ты понимаешь, ну, что ты нужен кому-то, твоя работа, конечно, что она нужна кому-то, это... А вот скажите еще такой момент. Сейчас вот появились мобильные телефоны, которых не было раньше. Появился интернет, который позволяет по интернету связаться, что-то написать. Вы все равно выезжаете? Или вы можете поговорить по телефону с человеком, совершенно не обязательно куда-то ехать? Ну, вы знаете, поговорить по телефону можно, это что-то незначительное. Если что-то сиюминутное, уточните, обязательно. Я всегда говорю, мы не юристы. Мы не можем оказать консультативную, правильную, проконсультировать человека. Ну, мы журналисты. Но мы знаем, как связать необходимые службы, необходимость. Но если тема зацепила, и тема действительно требует участия областной газеты, наш учредитель Витебский облсполком, будем с правдой, только правда, проверенная, выверенная со всех сторон, мы, конечно, в дороге. Ну, судьба такая, журналиста. Такая работа. Счастье журналиста. Быть в дороге. Валентина Ивановна, а вот к столетнему юбилею, с чем Витебские вести идут сегодня? Ой, хорошо, мы идем к столетию. Но я хочу напомнить, что 5 лет назад мы были в студии и отмечали 95 лет Витебскому рабочему. Была у нас такая газетка. Прошло 5 лет, кажется. Ну что, 5 лет прошло мгновенно, быстро, очень быстро. Нам 100 лет. Но столетняя газета должна делать подарки своему городу, своей области, мощные, серьезные. В эту субботу приглашаю наших читателей, жителей города Витебска. В субботу улица Лазо, номер дома 125, это напротив таможни, в 10 утра мы дарим городу вековой подарок. Сажаем 100 деревьев. Будут липы. Будут клены, представляете, аромат лип. И будет целый сквер на улице. И будет целый сквер на улице. Мы пробовали найти себе площадочку на улице Белевской, в новых микрорайонах, ходили с архитектурой. Мы очень много коммуникаций, поверх которых нельзя сажать деревья. Это было очень трудно, но мы нашли это место. Вот, сажаем деревья. Ну, а так как вспомнить историю и пригласить наших читателей окунуться, говорю, в воду прошлого, говорит, нельзя войти в воду дважды. Можно. С нами можно. В Краеведческом музее мы открываем выставку 2 числа, 2 ноября, посвященную газете «Витебские рабочие». Будет много фотографий, будет очень интересное открытие в 16 часов, участвовать театральная группа «Колесо».
Они очень творческие люди. Всем участникам выставки мы подарим копию газеты 17-го года, которая сегодня была на экране. Да, можете поддержать, почитать «Ять» и все остальные буквы. Ну, а так как мы всегда в дороге, мы активные, бодрые, быстрые, мы организовали мини-футбол-тур по мини-футболу 27 числа на базе ветакадемии. Журналистское братье, пока у нас 4 команды, есть предположение, что будет больше. В том числе витебское телевидение с нами. Наши мужчины дерутся, идут в бой на призы газеты «Витебские вести». Для того, чтобы расширить круг друзей прессы, не только областной газеты, но и вспомнить именитых журналистов, окунуться так пошире, дальше Витебской области. Начнем, конечно, с вестей. При библиотеке Ленина 1 ноября у нас организуется интеллектуальная игра на тему журналистики, прессы. Участвуют 12 команд. Умнейшие, умнейшие люди. Отвечать будут на сложнейшие вопросы. И в качестве деньги, собранные во время этой игры, пойдут на благотворительные нужды. Ну и всегда хочется подключить наших школьников, студентов, которые сидят в мобильном телефоне. Сочинения пишут уже крайне мало, насколько я помню по своим детям. Все-таки интернет – это страшная сила. Мы объявили конкурс сочинений на тему столетия наших витебских рабочих. Витебских рабочих, все время оговариваюсь, Витебского рабочих, Витебских вестей, нашей столетней газеты. Также писатели, журналисты, профессиональные, непрофессиональные, высылают нам свои работы. Тоже будет конкурс проверен такой большой. Тоже будут призы, подарки. Подключаются дома ремесел, подключаются ТСОНы. Люди с ограниченными возможностями тоже делают что-то, посвященное столетию. Я думаю, что это будет очень интересная работа, теплая работа от души. Вот. Тоже будут призы, подарки от нас. И все это громадье событие завершится торжественным вечером. Это будет 10 ноября, пятница. Будет выпущен праздничный номер газеты, уже столетней газеты. Вот. И мы всех приглашаем на все мероприятия. Конечно, 100 лет, это раз в 100 лет, это, конечно, такое уже круглое, такая дата, конечно, да, она требует подготовки, и действительно, ну, кажется, что это все будет интересным, я не сомневаюсь в том, что это будет интересным. А вот я хотела еще спросить, Светлана Владимировна, вот скажите, Валентина Ивановна так вот нам все это рассказывала про сегодняшний день, да, вот как вот люди идут, журналисты, идут к столетнему юбилею своей газеты. Вы работали и в «Витебском рабочем», и в «Народном слове». На вашем веку тоже были юбилеи у этих газет. Скажите, вы помните, как вы отмечали? Вот самое, может быть, яркое, что вам запомнилось, ну, в какое-то из времени вашей работы, какой-нибудь юбилей эдакий? Мне кажется, что юбилей газеты «Витебский рабочий» отмечали в театре Куба Колоса национальном, потому что редакция всегда очень так дружила, тесно общалась с театром. Вот это я так вспоминаю. Вот. Ну, а «Народное слово» уже как бы было такое более молодое издание. Вот. Но у нас был очень тоже такой сплоченный корпоративный дух, и, в общем-то. И мы все очень горели, любили свою профессию. Ну да, я вижу. Посмотрите, у нас есть целая вот стопка. Вот тоже можете посмотреть. Просто покажу. Целая стопка. Да, это я хочу сказать. И то еще не все. Каких-то вырезок, которые вот... Я сохраняла все еще с 80-х лет. С 80-х годов, в общем-то, те публикации, которые были... Как-то все вот, в «Витебском рабочем», да, которые были? Папочки сохраняла, так же, как нас учили в университете, сохранять свои журналистские блокноты. У меня их накопилось очень много. Стопок этих блокнотов уже даже не знала, куда девать. Вот сейчас немножко пересмотрела. Смотрите, какие названия. «Скарб школьного сшитка», «Человек у бяде», «Почерк бюрократа». Тут явно уже какое-то... Критика. Что-то... Да, острые перья журналистов, очень острые. «Зарубежные новости», пожалуйста. «Самое вечное у свете», «Несколько штрихов до портрета мати». Вообще, слушайте, мне кажется, темы...
спирали ходят. Да, это вечные темы. Дело там в том, что бюрократы в те 80-е, да и 90-е годы журналистика, она была, ну, очень сильная публицистика была в журналистике еще в те годы. Сегодня, к сожалению, больше как бы новость, информация, она как бы побеждает. Сегодня уже публицистика как-то отходит немного. Ну, хотя это, я думаю, коллеги продолжат эту тему, подхватят ее, потому что она достаточно спорная. Но на самом деле вот в те времена, 80-е, 90-е годы, когда я работала публицистикой, вот художественное слово, оно стояло во главе угла. Во главе угла журналистики. Ну да, и вы знаете, я даже вот к слову тоже вспомнила, здесь мы разговаривали тоже на вашем месте, сидели ученые, специально мы приглашали с филфака, мы говорили о том, что сегодня люди не читают. Так вот, не читают большие мне тексты, сказали не читают. Ничего подобного. Угу. Это вы тут совершенно даже не правы. Люди читают, но людям нужна информация. Да. Люди читают информацию, а вот то, ну вот я, например, тоже тяготею к вот к тому, о чем говорите вы, к каким-то человеческим историям, к статьям о том, о судьбах человеческих, о том, что происходит между людьми. Ну, никуда не деться, жизнь идет вперед, и это правильно. Так и должно быть, мы должны идти за ней. Может быть. Я не зря спросила у вас, Светлана Владимировна, про то, помните ли вы какие-то юбилеи, которые были на вашем, когда вы работали в газетах. Потому что мы, естественно, покопались в наших архивах. И, конечно же, мы нашли то, что мы могли найти, относящееся вот к сегодняшнему нашему эфиру. Вы сейчас увидите, мы все сейчас увидим, несколько видеофрагментов, которые у нас сохранились, о том, как в типографии печатается «Витебский рабочий», и о том, как в 1987 году отмечают юбилей. Значит, 87 год – это 60 лет, да, Витебскому рабочему? Это подарок 60. Нашей редакции от Витебского телевидения. Нет, не 60. Ну, сколько? Если 17-й год, 70. 70. 70, да. Мы такие математики все. Вот, но все-таки... Великая сила архив. Но все-таки досчитали мы. Давайте мы прямо сейчас посмотрим и вам тоже приглашаем вас увидеть, может быть, своих коллег. Спасибо. Thank you.
вот воспоминания, возвращаемся к сегодняшнему дню. У меня за столом сегодняшние журналисты «Витебских вестей». Александр Кутынко, специальный корреспондент «Витебских вестей», и Наталья Рыжкова, зав. Отделом интернет-проектов «Витебских вестей». Добрый вечер, тоже очень рада вас видеть. Вот давайте мы с вами сейчас к современной журналистике перейдем. Несмотря на то, что все мы любим вспоминать, и явно у вас тоже есть какие-то воспоминания о витебском рабочем или о народном слове, которые тоже явно в вашем детстве через ваши руки проходило. Мы еще там работали даже. Вы даже еще там работали в народном слове? Я в витебском рабочем, Александр в народном слове. Да? Да, ну вот видите, все-таки, да, все-таки мостик, да, не такая далекая история. Перекинут. Ну да, да, на самом деле не такая далекая история. Но давайте о вашем сегодняшнем дне. Вот современная журналистика, и какой вы ее видите? А вы знаете, журналист — это, наверное, человек, который должен быть небезразличный. И жить, наверное, так, чтобы смотреть на мир с широко открытыми глазами. Просто я никогда не забуду свою маму от журналистики. Это вот сейчас она возглавляет собственный карпунт Пизской области, Советской Беларуси, Ольга Крученкова, которая мне говорила, что ты пока в автобусе едешь, должен 5 тем придумать. А потом мы будем посмотрим, какие пойдут в газету, которые можно оставить на потом, или, может, они не будут работать. Поэтому, конечно же, прекрасно, что в этой профессии ты можешь, как говорится, испытать себя в различных ипостасях. Сегодня ты, как говорится, делаешь интервью с министром культуры, а завтра пишешь репортаж, почему есть бездомные и почему так происходит, как они живут. То есть вот эта вот возможность испытать себя в разных ракурсах – это чудесно. Я люблю свою профессию за это очень сильно. Ну, я с вами согласна, да. А вот я хотела бы немножко поспорить своего рода заочно с предыдущими нашими коллегами выступали. А говорили то, что публицистика тогда в дальние годы была более качественной, серьезный более подход. Сейчас я скажу, что требования все-таки, на мой взгляд, хотя я и руковожу, да, делом интернет-проектов, ну, я работаю, как и журналист, пишу в газету, в том числе, и работаю с сайтом, с интернет-аудиторией. А требования остались. Качественная, проверенная информация и качественная, ну, как бы, подача, она остается, и критерии каждому материалу публикации, будь то в газете, будь то в интернете. Просто форматы и формы, подходы изменились. То есть сегодня, ну, если говорить о сайте, да, то есть своего рода такой полноценный мультимедийный продукт, где есть текст, где есть фотография, где есть видео. Мы этому всему, конечно, стараемся соответствовать. У нас... мы многие публикации подкрепляем на сайте «Витвести бай». Иван с нашим сайтом хорошо знаком, как я поняла. Да, и не только Иван. Да, да, мы рады. Вот. Подкрепляем и видео рядом, и визуальным фоторепортажами. И это всегда как бы более читаемо, более интересно и просматриваемо на нашем сайте. Ну и говоря о профессии журналиста, сейчас вот в связи с этими интернет-технологиями, которые все активно и бурно развиваются, и в нашем регионе в частности. Сегодня журналист такой должен быть, ну, многофункциональный. Он должен уметь и писать, и снимать видео, и делать фотографию, и запостить это все в соцсети, которые у нас есть. Мы, в частности, представлены, ну, наверное, в большинстве, которые сегодня существуют, более популярны у нас, это и ВКонтакте, и Фейсбук, Одноклассники, в Инстаграм. И вот с недавнего времени, хоть мы и не телевизионщики, но понимаем вот эту многофункциональность журналистики современной, мы и открыли канал YouTube «Витебские вести». Кстати, сейчас, чтобы немножко завлечь аудиторию, мы объявили вот флешмоб-конкурс видеороликов. Хобби-мания, невозможно остановиться. Наталья, ждем от вас кулинарный мастер-класс, вы сказали. Я неосторожна была. Да, будем ждать, чтобы вы тоже, может, поучаствовали. Вот, поэтому а вот, кстати, что касается интернета, например, блогеры, очень много где ходят различные дискуссии, происходят, считают, признавать их средства массовой информации или нет, можно ли их считать журналистами, и должны ли нести ответственность за то, что публикуют. Вот для вас они как дополнительный источник информации, от которых вы можете почерпнуть какую-то идею, или они совершенно, ну, не конкуренты, но, может быть, делают что-то параллельно с вами и вызывают некоторую настороженность? Ну, я бы сказала, это в своем роде конкуренты. Если вы говорите более
шире, не только блогеры, да, а как есть такое понятие гражданская журналистика, это когда, особенно она сейчас активна в соцсетях, когда любой желающий, каждый не имея профессии, каждый, да, сам себе журналист, сделал фотографию, увидел, что-то происходит, свой комментарий, но в чем мы как бы должны выдерживать конкуренцию, мы достоверную информацию, проверенную. Ну вот, например, потому что... Профессионализма никто не отменял. Да, потому что все-таки такие своего рода войны информационные идутся, да, вот с гражданскими журналистами и официальной информацией, которая правильна, потому что многое потом порождает слухи и какую-то панику. Ну вот, например, вот у нас, ну, в качестве примеров, вот не так, ну как, относительно недавно в соцсетях появился видео тоже о, что горел завод «Видеть» чуть ли не. Мы, да, вот мы увидели это в соцсетях, начали сразу узнавать, в МЧС обращаться, в комментарии, что там на самом деле. А в соцсетях человек щелкнул, сделал, снял видео и сделал комментарий, у которых у людей шок. Да. Да. Мы дали достоверную информацию, ну, также наш журналист там оказался в этом месте вовремя, да, в нужное время. И как бы вот это наша ответственность, которую мы выдерживаем. То есть оказалось, что это не «Витязь»? Это «Витязь», но там на территории, то есть не сам завод горел, а у нас же... Ну, кстати, даже И потом, например, вот когда по бешенству умер домашний кот от бешенства, в соцсети одна информация пошла, потом пошла волна, что там чуть ли не все домашние животные и бездомные коты там по всему Витебску умирают от бешенства. Ну, мы взяли компетентную информацию и развеяли немножко этот миф. Да, факт был. Мы предоставляем факты, а не создаем мифы или подтверждаем слухи. Короче, желтая журналистика – это не ваш профиль. Ну, я дополню еще. Ведь на самом деле это даже вот это вот блогеры, социальные сети, это, наверное, партнеры даже, наверное, источники информации дополнительные. Ведь закон о СМИ тоже изменения претерпел, и сегодня они несут ответственность, да, однозначно. Да, но мы ими пользуемся. Например, я вот свою тему журналистского расследования вспомнил, как я ее зацепил. Посмотрел случайно на каком-то объявлении в интернете нашел, что кто-то ищет частного детектива, там, слежка нужна. Я подумал, ну, студенты подрабатывают, видно, как-то. Но оказалось, что это не так все просто, это незаконно. И это послужило поводом для хорошего расследования, всестороннего. И большая статья вышла о том, что действительно, хоть это и нельзя, но если очень хочется, то можно. То есть и со всеми комментариями, и сегодня это, оказывается, существует. Вот и дискуссия, нужно это, не нужно. То есть благодаря вот этим вот социальным сетям, интернету, мы можем черпать информацию. И я думаю, что это не конкуренты, а, наверное, партнеры, может быть, по информационному полю. Но... Конечно. Ну, партнер бывает разный, конкуренты. Но мы, я скажу так, когда ты берешь газету, да, не зря говорят, что написано пером, то не вырубишь топором. То ты пишешь свою фамилию, и за каждое слово, за каждое имя, или не дай бог, ты нечаянно ошибешься и назовешь полковника милиции подполковником. Он же обидится, понимаете? Конечно, ну, и он будет абсолютно прав. Да, понимаете? И таким образом, конечно, вот это очень важно, уровень ответственности, который мы имеем в «Витебских вестях». Вот смотрите, еще очень часто бывает такое, когда люди, ну, позволю сказать, что у вас тоже профессия в некоторой степени творческая, да, вы, да, согласитесь со мной, люди творческих профессий не смотрят собственных произведений. Например, телевизионщики не всегда смотрят свои программы. Те люди, которые снимаются в кино, они не смотрят даже то кино, в котором они снимались. Вы читаете газеты, и те газеты, в которые, ту газету, в которую вы сами пишете. Я скажу вам больше. Мы ее... прочитываем до дыр, надолго до того, как она еще появится в готовом виде, потому что над своим телом... Не, ну до того, как она появится в готовом виде, это понятно. Мы тоже до того, как оно появится по телевизору, монтируем, и 150 раз, да, это видим, потому что это процесс работы. А потом ты с гордостью берешь газету и смотришь ее обязательно. Я лично вот имею такую традицию, все-таки увидеть это, как получилось, и это даже смотрится иногда намного лучше, чем кажется в этом черновом варианте. Ну, мы тоже знаем, что у нас, когда мы внутри передачи, и если потом ее посмотреть по телевизору, это два совершенно разных впечатления. Да, это так и есть. А у пишущих журналистов тоже так? Пока ты вот не увидел это вот в напечатанном виде, это одно. Кстати, вот я даже уверена, что когда это просто вот написано, вот особенно если рукой написано, а не напечатано даже на компьютере, да, никто не пишет. Ну, пометки делаешь, но профессионализм в этом заключается, что ты должен вычитать текст.
и согласовать при необходимости, чтобы человек, который дал комментарии, вот даже бывает на диктофоны, и все равно человек может что-то не так сказать. Ну, конечно, и, понимаете, да, и ведет в заблуждение человека, людей, много людей. И как бы это вот, опять же, потому что, что написано пером, то не вырубишь топором. Поэтому ответственность заставляет читать, перечитывать. И в конечном итоге было у меня пару раз за мои 15 лет очень неприятное ощущение. Ну, бывало такое, бывало, скажу честно. Когда газета пошла в печать, я понимал, что я неправильно написал какую-то должность. Я ночью не спал, скажу честно. Я ночью не спал, думаю, как я приду и посмотрю в глаза своим коллегам. Да будут уже звонить, может быть, люди недовольные, возмущенные. Ну, как-то вот, знаете, обошлось. Это, конечно, не очень приятно, но это, наверное, не так страшно, как если написать какую-то статью, которая что-то может изменить в судьбе человеческой. Конечно, это однозначно. Тем более, это 10 раз ответственность должна быть больше. Поэтому, конечно, читаем, смотрим и стараемся. Александр, вот вы занимаетесь проектами, ну, вот, как я уже поняла, вот журналистское расследование вы ведете. Вы, насколько я знаю, рубрика у вас или «Испытывай на себе», там, «Человек профессии». Да, то есть вы пытаетесь проводить какие-то, ну, я не знаю, интересные, какие-то необычные, такие оригинальные какие-то проекты. Ну да, вот как бы так вот повелось, уже сложилось еще со времен народного слова, что я штатный Дед Мороз «Витебских вестей». Каждый год у нас традиция в новогоднем выпуске делать репортаж, где побывал редакционный Дед Мороз. Вот. А где он бывает? Мы где только уже не были. Автостопом ездили куда-то в Градокский район. И люди подвозили Деда Мороза. А зачем? Чтобы нести положительные эмоции, поздравления, дарить конфеты. Ну, поняла. То есть, да. И вы знаете, пожелания людей ведь очень ярко показывают обстановку, которая есть и в районе, и в каком-то учреждении. Был в воинской части 103-й мобильной бригады. Скажите, вы были там недолго или вас туда на год определили? Вы знаете, не поверите, Деда Мороза с радостью встретили в казарме, посадили, играли на гитаре. То есть, и самое интересное, что мне даже качали рота почетного караула. Это было так. Я так сам не маленький, но когда еще выше, крепче, и как подбросили меня, поймали, все хорошо. Были очень интересно было в общежитии иностранцы, где иностранцы живут, медуниверситеты. Когда они рассказывали, что познакомились некоторые первый раз с Дедом Морозом славянским, как у них, понимаете, это же все в живой беседе формируется, потом хорошая статья. Вот. Но если говорить про испытывание на себе, то я всегда поклонялся людям экстремальных профессий, которые очень скромны. Скорая помощь. Эта тема такая неиссякаемая. Эти люди, которые спасают жизни, которые не знают, куда едут, как говорится, на вызов. Я с ними не раз писал материал и каждый раз поражался их человечности, их вот гуманности. Вот. Ну, разные ситуации. То есть делал материал, я интересный был в операции на сердце. Когда, извините меня, человек лежит, и у него вскрыта грудная клетка, и операция на сердце, и бригада 10 человек, умнейших людей, спасают эту жизнь, это, понимаете, в реанимации. Когда вот выходишь, я вот даже с этого начал свою статью, выходишь с этой реанимации, где люди умирают на самом деле, где помогают им, спасают, вытаскивают с того света. И люди вот идут по улице, обнимаются, целуются. Обычная жизнь, а рядом вот этот вот героизм. Не понимаю, что и вот эта цель, понимаете, чтобы люди увидели, что есть эти герои, и они рядом с нами. Вот. Милиционеры, конечно же, дежурили с ОМОНом. Писали репортаж. Ну, я хочу сказать, что идем мы с вами параллельными дорогами, потому что вот все, о чем вы говорите, тоже, вы рассказываете о себе, а я вот тоже вспоминаю свою работу и тоже вспоминаю, как мы в военной части были, точно так же ходили. И я просто думаю, что, правда, мы коллеги, правда, и, наверное, с одной стороны, вот, да, конкуренты мы или партнеры, может быть, с одной стороны, мы где-то... Да нет, наверное, все-таки не конкуренты. Нет, все-таки мы идем параллельными дорогами, и вы пишете, и мы показываем, но и вам, и нам хочется, чтобы как-то жизнь вокруг нас все-таки становилась лучше, да. Интересней, правильней, может быть, с какой-то стороны. Ну и с другой стороны, конечно, чтобы мы, не мы, а наши читатели, наши зрители видели то, что, может быть, им своими глазами увидеть нет возможности. Хорошее это или плохое, но все-таки хочется нам, чтобы они это видели, да?
Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Время, как всегда, несется очень быстро. Приходите к нам, пожалуйста, еще раз. Мы вас поздравляем с вашим праздником. И обязательно сделайте, пожалуйста, сходите куда-нибудь, я не знаю, в роли Деда Мороза или в какой-нибудь другой роли. План уже есть, план уже есть. Чтобы уже столетие тоже как-то запечатлелось и в ваших каких-то репортажах тоже. Ну и в интернете, во всех формах подойдем. Да, во всех формах будем ждать. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте прямо сейчас афишу посмотрим. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Сноу Макс» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Арт-центр Марка Шагала представляет выставку рисунков и плакатов Ришарда Каи «Польский сонник». Художник применил свой огромный опыт в изучении польского художественного плаката для создания уникальных работ, граничащих в жанре между китчем и барокко. Работы автора можно рассматривать как с эстетической, так и исторической и даже географической точки зрения. Для самого художника жанр его работ – художественный оксюморон, смесь простых и прозаических деталей жизни, открытая заново мастерством автора. Выставка работает с 11.00. Витебская областная филармония представляет концерт органной музыки Евгения Авраменко «Музыка вне времени». Органу Витебской филармонии исполняется 10 лет. В честь этого события на инструменте сыграет лауреат международных конкурсов, титулярный органист Федерального собора города Калининграда Евгений Авраменко. В программе произведения Баха, Бёрмана, Лефигура Вели, Сен-Санса и Талбенболла. Начало концерта в 18.30. В рамках 21-го открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад-2017» концертный зал «Витебск» приглашает на открытие выставки и инсталляции художников Витебской школы «Проявление». Гостей фестиваля также ждет световой перформанс молодежного театра «Колесо», «Ночь», «Дождь», «Улица». Вход свободный, начало в 20.00. Вот все-таки афиша уже не воспринимается без бисквитных рулетов «Мамита», пирожных «Сноу Макс» от кондитерской фабрики «Витьба», потому что эту продукцию любят взрослые, любят дети, уже появились свои любимые вкусы, наверняка скоро будут и новые. Безусловно. Ну и можно даже, почитывая газету, тоже с удовольствием пожевать какую-нибудь. И можно даже посматривать монету. Нашу программу, можно тоже какую-нибудь можно другую. Тоже. В общем, короче, жуйте, не останавливайтесь. В общем-то, на сегодня это все. Мы с вами прощаемся до завтра. И в завершении нашей программы музыкальный номер от Геннадия Емельянова. И это будет «Осень в Витебске». Пока. До свидания.